Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. И сегодня я нахожусь на видовой, на Тихой. Здесь во время саммита АТЭС построили видовую, облагородили ее, и теперь можно отсюда наблюдать маяк Басаргина, остров Скрипылёва. Вот они, отсюда их видно хорошо. Университет биологии, там не университет, а институты биологии военные, химические лаборатории. Сам район, микрорайон Тихой, вот он, часть его. Людей здесь мало. Парковочку используют как парковку для людей. Приезжают в сквер погулять не так уж и много людей. Видно два человека и три подростка, которые, наверное, с этого района. Здесь проложен газ, вот видно. Под нами газовые трубы, которые ведут на остров Русский и туда дальше. Кстати, отсюда видно также большой камень. Вон, видите, гигантские краны большого камня, которые, на котором производят танкировозы мирового уровня. С китайцами совместно российские производства. Сегодня 8 июля 2021 года, День семьи, любви и верности. Всех поздравляю с этим праздником. И вот такой интересный, красивый вид открывается с этой видовой. Кто здесь был, друзья, отпишитесь в комментариях, кто был на этой видовой, кому нравится данная видовая. Я бы хотел увидеть ваши комментарии по этому поводу. Может быть, кому-то не нравится. Мы видим, как море волнуется снизу. Кораблики также можно поразглядывать, которые стоят на рейде. Вон Педан, гора Педан виднеется отсюда. Кто ходил на Педан, также отпишитесь, отзовитесь. Давно уже на Педане не был. Лет 5, наверное, не ходил на сам Педан. Сегодня не так много кораблей в заливе. Залив Петра Великого. Чаечка. А, я потерял чайку из виду. Ну, в общем, вот такой классный морской владивостокский вид, я бы так сказал, открывается с этой точки. Мне нравится. Я тут не часто бываю в этом районе. Просто пришлось по работе прокатиться. Вот решил поделиться, заснять с местом достаточно интересным. И кто будет туристом в городе или кто будет проездом, обязательно сюда заедьте, посмотрите на эти красивые пейзажи. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, а мне приятно. И увидимся в новых видео. Спасибо вам за внимание.